прибыли сюда в составе российской делегации с целью оказания консультативной помощи в вопросах разминирования при ликвидации последствий взрыва на арсенал. То, что в населенном пункте, я скажу так, что масштаб разрушения благодаря своевременным действиям военных, то есть те, которые служили на данном арсенале, те пожарные, которые расчеты сюда прибыли, военных, масштаб вокруг гражданского населения нанесен минимальный. По сравнению с тем объемом боеприпасов, которые находились здесь, при хранении взрывчатых веществ, боеприпасов, никто от этого не застрахован, взрывы происходят на арсеналах. Во-первых, город чистый, вокруг населенный пункт чистый, это колоссальная работа проведена, реально колоссальная работа. Тем более в тех условиях, которые непосредственно здесь, погодные условия, температуры. Во-первых, профессионализм тех людей, которые служили здесь, как все организовано, хранение и сбережение. Только благодаря этому вторая площадка не взорвалась. Там вообще последствия взрыва минимальны при тех объемах боеприпасов, которые там хранятся. Люди здесь организованно работают, профессионально, начиная с вопросов организации работы, заканчивая исполнительным непосредственно личным составом. Соответственно, сегодня провели экспериментальные подрывы. Руководил этими подрывами начальник инженерных войск Республики Казахстан. Соответственно, лишний раз эти подрывы подтвердили правильность расчетов специалистов инженерных войск. То, что мы увидели здесь, тем более по нашей информации, то, что очистка города, внешнего периметра, скажем так, зона чрезвычайной ситуации, произведена личным составом за 4 дня, конкретно это инженерное подразделение, это просто неимоверная, колоссальная работа проведена, которая подсильна действительно только профессиональным военнослужащим.